В Югорском фонде капитального ремонта проанализировали собираемость жителями взносов за обновление многоквартирных домов. Первую строчку рейтинга вновь заняли Покачи. Жители заплатили 96% всей суммы. На втором месте Лангепас. Пятерку лидеров замыкает Когалым. В аутсайдерах – Березовский, Ханты-Мансийский, Кандинский районы. В целом собираемость по округу составляет 93%. За год цифра стала на процент выше. Югорский фонд выражает вообще благодарность в целом нашему городу, как по собираемости взносов. Уже на протяжении более, наверное, 5 лет вот наш город занимает первое место в рейтинге по всем муниципалитетам по уровню собираемости, что, естественно, влияет на проведение конкурсных процедур, попадание тех или иных многоквартирных домов к выполнению ремонта. Напомним, всего с начала действия программы в результате проведения капитального ремонта жилищные условия улучшили почти 600 тысяч человек, проживающих в 2500 домов. Общая стоимость работ – 23 миллиарда рублей.